надеюсь, что она уже готова. Она готова. Замечательно. В таком случае, следующей на эту сцену не будет не просто вокалистка, она еще и известный блогер. Она артистка театра. Дамы и господа, вокалист года Ясмин Элиф Каждемир. Ваши аплодисменты. Посмотреть на солнце небе.
сейчас встречайте яркую вокалистку Екатерина Головко, а помогает ей танцовщицей Дора Дэнс Скул.